Второй по величине город Новой Зеландии Крайстчерч стал жертвой очередного землетрясения магнитудой 6 баллов. Эпицентр землетрясения находится в 13 километров от города на глубине 9 километров. Несколькими часами ранее на юге Новой Зеландии ощущались толчки магнитудой 5,2 балла. Стихия разрушила два здания. По предварительным данным, в результате землетрясения пострадали 6 человек. We've just come from Brisbane where they've had the floods and I'm not sure which is the worst. But we're not really sure where we're going to go from here. If it rock and rolls again tonight, we'll think about leaving. I don't believe it. Why this building? There's nothing for washing or toiletry or brushing our teeth, nothing at all. this is a godsend, liquid gold this. We've just come in to check a couple of our family members, see if they're all right and got food and water. We're really quite stranded, really. Roads are bad. Человек. В настоящее время во втором по величине новозеландском городе отмечаются серьезные перебои с подачей электроэнергии. Это уже второе землетрясение за последние сутки. Жителям города пришлось в спешке покидать свои дома. Происходила эвакуация людей из магазинов. Напомним, что в феврале этого года в районе Крайстчерча уже произошло мощное землетрясение, существенно подорвавшее инфраструктуру города. Тогда погиб 181 человек. Сотни получили ранения. Власти Новой Зеландии начали расследование с целью выяснить, почему часть зданий не выдержала землетрясения. Экономический ущерб, нанесенный стихией, оценивается в 15 миллиардов долларов. Премьер-министр Джон Кей назвал февральское землетрясение самым трагическим событием в истории страны. Майк Паттисон, Новозеландское бюро телекомпании ЛТВ.